какой-то. Видно, это идет почтальон. Что-то сунула. Так. Еще раз посмотрела. На соишках, на тележечке везет. А вот, вот у меня машина тут, Игорь Барабаш. Приехал шкуры забрать. Шкуры. Шкуры бычащие, видно. Куда-то там сдать ему надо их. В мешках волоком тащит. Вот он. Вот так. О-о-о-о-о. Лежали мешки, я знать не знаю, что. Рассказывает, по какому это номинации его жена Елена Анатольевна, учительница среди учителей, заняла по краю второе место. И вот ее награждать будут, надо, говорит, опять везти ее сюда. Ну, интересно так. А по какой номинации? Да не знаю там, а почему? И первый ноутбук. Я говорю, так за ноутбуком кто-то сидит. Как человека это звать? Кому награду-то нет? Тут как-то было в Российской Федерации, в Москве объявили конкурс, ну, «Жизнь замечательных людей», там это Горьковский лозунг. Там он писал про всех-то. Ну и в Барнауле один Попов Ваня начал писать обо мне. А сын, отец у него Сергей Иванович Попов Ладанов, как он подписывается, через дефис. Ну, видно, помогал ему. И он занял первое место в России. Первое. А всего участвовало около 300 человек. Ну и он поехал получать награду и в Москву. Не почтой. Но он поехал. Вот Игорь поехал, все. И что? Пока ехал, осталось второе место. А куда первое делось? А первое место отдали мальчику, который написал про московскую хоральную синагогу. Хоральная она или какая? Не знаю. Но главное, синагога. Ну, синагога – это не жизнь замечательных людей-то. Ну, и те да, удивляются. Я говорю, чего вам удивляться-то? Как бы не они, ну, понятно, кто заказал-то. И этого бы не было конкурса. Благодари за второе место. Что-то там дали ему. Подробности уже не разузнавал. Так что... Будь благодарен. Сейчас и в армии стало маленько получше. Вот сейчас, как и говорили, Игорь служил, говорит, так из дома пуговицы присылали на китель. Сами покупали лыжки, какие присвоить. Ничего не было. Бляху на ремень, то из дома у отца выпрашивал старую. Полностью в прах разнесли страну. Почему? А не добром нажито, оно и сгинуло. Всякое общество стоит на трех столпах. Вера в Бога. Семья и частная собственность. Советская власть семью укрепляла, все-таки ну, было, как уж укрепляла, но семья была. Вот. Не на уничтожение шло. А частная собственность и вера в Бога уничтожала. Сейчас частная собственность, вера в Бога разрешается, семью разрушают и на лисице. То есть, чтобы она на трех столпах не стояла. Ну, а если сейчас семью будут украшать, это, укреплять, ну, значит, тогда все силы бросятся против Бога. Против Бога. Сейчас вот Америка там старается перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. И как-то, ну, короче, это занозистое все пойдет время. Я к тому говорю. А и этот пришел и рассказывает сейчас Игорь Рабчевский, там Евгений, он кандидат наук там, Корчинский, ветврач. И он рассказывает, как-то мы приехали, говорит, а тут была женщина одна, Гайдук, видно, Наталья, администрация Мамского района. До того, говорит, она злобная была против лагеря, а я-то сижу с ней, говорит, в машине, я узнал тайный разговор. Ну и, говорит, приехали там, на меня напали, говорит, он, говорит, как начал говорить, там и Лермонтова, и Пушкина, и Конфуция, кто об этом что говорил, когда выехали. А она эта, которая возвышалась, Наталья-то, говорит, схватилась за голову, у нас здоровая такая баба. И говорит, ой-ой-ой, да чего же мы тупые? Она не понимает даже, что я ей говорю. И отстали от меня тогда. До того смешно. А то сейчас только Игорь пришел и все рассказал. Надо было записать его. Ну ладно, с Богом. Вот у меня утром рано тут. Кошки. Там он видно, Володина голова. Вот он пошел на работу.
Он подошел, где вот теперь мимо храма идет, подходит. Выходить на улицу. Видите, какой порядок стройный. За ним заехал Игорь Дыбунов. Володя берет с собой пилу, бензопилу, где-то работать. Открывает калитку. Никиты тут нету. Обычно я с ним молюсь, но тут неудобно, я снимаю. Все. Ну что ты тут бегаешь? Паля, не бегай, иди. Ты закрываешь тут. Володя тут в машину садится. Только что рассветало. Ну как только что? Не сию же минуту. Уже наружного освещения достаточно, чтобы все проявлялось. Вот видно там что-то. Вот она машина пошла. А теперь она машина, вот она. Все. С Богом, братья. Вот наши ребята пошли. Сейчас они тут выходят. Володя и Роман. Володя понес 30 томов, отправляет сегодня в Ставрополье. Там заплатили, все. Садятся на машину. Вот Володя молится. А Роман выскочил, забыл. Так, на ходу снял шапку. Вернулся, 3 поклона. Вера православная. А сектант еще сделает, у них нет крестного знамени-то. Все, бриты, все с бородами нетронутыми. Вот. И сейчас отправляют 30 томов открытым оком. Тогда это отправили в Израиль, в Америку через Украину. Книги кончаются, так что тут уже еще нельзя. А это Игорь, потому что полный комплект это 31 килограмм. Ну, тут поменьше, потому что там уже получили Новый Завет раньше. Вот Волков Николай из Белоруссии, тот выписал по частям. Понравилось? Согласен. В следующей книге получает? Тоже понравилось. А уже дальше давай все, что есть. Собак прогуливает кто-то. Ага, разворачивается. Ему назад надо зачем-то. А зачем назад? Это, видимо, повез жену на работу, Марину. Игорь Бараба, этот, Дыбунов. Ну, все. Это у нас вход в храм. А это тут напротив все видно. Дом просматривается. Ну и тут вот мои двери, вот где я сижу, вот и Надежда Васильевна рядом. Все видно. А там улица. Вот такую игрушку мне сделали. Вот это какая-то там компания ветеринарная. Прямо за ней, прямо рядом музей истории искусства. А там был краевой суд, в котором меня судили. Я там был, меня радушно приняли. Вот сейчас я им книги подарил, они там. Ну, музей. Ну, все.